Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru, и в этом видео я хочу рассказать про спортивные маски, не просто спортивные маски, но маски, которые еще спасают от аллергии. Сам я аллергик, вот мои две маски, это маска Phantom Athletics, это маска Respro, английская маска Respro, это австрийская Phantom Athletics. Но Phantom Athletics идет фильтр специальный, GKD называется. Это вот немецкая разработка именно для этих масок. Вот. Сейчас скажу отличие, самое главное. Если у нас маска Respro состоит из вот такого неопренного рукава и идет к ней съемный фильтр. Этот съемный фильтр, по мере того, как вы, ну, чем больше вы носите, соответственно, он загрязняется, его нужно менять. Плюс еще сделаны такие клапана идут. То есть, когда мы выдыхаем через фильтр, а выдыхаем через такие вот клапана. Ну и самое главное, когда начинается цветение, да, это в мае, пыльца летит, поленос начинается. Аллергики используют маски, да, не все, конечно, кто-то таблетками спасается там, но самый действенный способ — это маска. Вот, но единственное, что вот через вот эти вот, то есть она прилегает не плотно, и воздух он все равно может попасть, то есть пыльца может попасть сквозь эту маску. Вот, таким образом она надевается. Маска хорошая, меня она спасала до тех пор, пока ко мне не попала маска Phantom Athletics. Спортивная маска, но есть возможность вставлять вот такой вот специальный фильтр. GKD называется он фильтр. Этот фильтр немецкая разработка, который используется вот именно для этой маски. Он создан. Здесь пятислойная специальная структура, специальная сетка пятислойная, которая переплетена между собой, и этот фильтр не пропускает до 2 микрон. А вот ковидло, она где-то 5 микрон. То есть по большому счету вообще этот фильтр не пропускает пыльцу где-то на 88,9%, то есть практически на 90% он пыльцу не пропускает. Вот такая вот разработка. Вставляется она вот вместо вот этого регулятора дыхания. Сейчас мы посмотрим. Вот. И чем вот эта маска вообще лучше, чем вот Respro? Лучше тем, что силикон прилегает плотно именно вот здесь вот. Он прилегает. Это раз. И два, то, что ваше нос, там лицо, она не касается, вот здесь вот оно как бы в воздухе. Губы в воздухе находятся. То есть, грубо говоря, только маска здесь соприкасается. И нет вот этого клапана, да, и нету, то есть не попадает сюда пыльца вообще. И совершенно другие вот ощущения комфорта, да, вот как я как аллергик. Я вот скажу, что страдаю очень сильно. Два раза в год, это у меня май как раз идет поленос, и что-то цветет уже в августе, в конце августа. То ли полынь, то ли еще что-то вроде. Вот, то есть мы достаем отсюда фильтр, не фильтр, вернее, а регулятор дыхания. И вставляем сюда уже сам этот фильтр GKD. Вот, он сюда плотненько это входит. И все. Получается, сюда мы здесь дышим и выдыхаем через этот фильтр. И маска, как повторюсь, она вот прилегает весь вот к лицу. Получается очень герметично. Сюда практически вообще никакая пыльца не попадет. Это я поменял фильтр. Сейчас сюда забрала. Одену. Так называемое. Совершенно другие ощущения комфорта испытываешь. И самое важное, что если здесь фильтр загрязнится, да, вы едете на велосипеде, да, загазованность очень сильно, он станет черным, его нужно менять, загрязнится, он стоит денег прилично. Здесь же этот фильтр нужно всего лишь промыть водой, то есть вы потренировались, либо просто походили по улице, просто взяли и помыли. То есть здесь очень гигиенично,
Во-первых, можно саму маску мыть вот эту, сколько угодно. И фильтр можно мыть в воде. То есть мы снимаем, разбираем ее, рукав убираем и просто промываем все это в воде. Очень удобно и практично. Сам фильтр где-то соответствует одному или второму уровню по переключению. То есть очень комфортно маска сидит на лице. Размер L у меня. Здесь она прилегает. И здесь мы дышим только через этот фильтр. И туда и обратно. То есть, если у вас поленос, сниму маску, чтобы было слышно. То есть, если у вас поленос, и бывает так, что во время поленоса не хочется ни тренироваться, ничего, то вот эта маска, она просто офигенный спаситель. Спаситель от злополучной аллергии, потому что она иногда не помогают, ни таблетки, ничего. Помню, как раньше тоже там и в зале тренировались, вот, и с поленозом там под конец там тренировки вообще весь там соплями зайдешь. Вот. Теперь я знаю, что у меня есть такая маска. Эту маску вы можете купить в интернет-магазине kado.ru. Есть фильтр специальный, да. То есть я теперь знаю, я полностью защищен теперь от этой злополучной аллергии. Я могу ходить и на улице, ездить в метро, особенно сейчас, когда масочный режим еще там не хотят отменять. То есть чувствую себя очень комфортно и на улице, и во время тренировок. Так что покупайте эти замечательные маски Phantom Athletics и покупайте к ним фильтр GKD, если вы страдаете аллергией. В нашем интернет-магазине kado.ru покупайте лучше, а про остальное забудьте.